Фу, мы после, я не знаю, после адского ада зашли в Чижик. Вот смотри, просто Андрей говорит, что он никогда не был в Чижике, никогда. А я была с Илюшей. Фу, боже, как жарко, это вообще капец. Чего особенного? Это сухарики по 29 рублей. О, семки. Нету синих моих. Я ем только синие от Мартина. Потому что эти же обычные. А синие, они с солью. А без соли я не воспринимаю. Ну ладно, сколько здесь от Мартина? 109. А в Магните по акции 139. А здесь 109. Вот кофе можно купить. Здесь кофе офигеть какой недорогой, да? 430 рублей вообще. Так вот здесь банка-то огромная. Да, наверное, я сейчас кофе возьму. Только какой-нибудь, который полегче. Скажите мне, пожалуйста, вы же наверняка у меня умные, вы знаете. Вот циферки, да, семерка, например, интенсивность. Вот. Чем больше цифра, тем он более крепкий, и чем меньше цифра, тем он менее крепкий. Правильно я понимаю? Вот, например, здесь четверка, да? Четверка. Четыре. Значит, лучше брать вот этот, да? Потому что он типа слабее. А этот тоже четверка. Так, боже, как узнать-то? Четверка, четверка. Богатый и ароматный. А вот этот. Так. Тут у нас, что у нас тут? О, это сметана. Да блин, я не хочу сейчас. Что мы прям сейчас будем? Давай сначала же шлёп Серёге. А, ты имеешь в виду, просто кофе это я возьму. Остальное просто что таскать? Да, я не буду больше. А, если мы обратно на автобус, сыр тебе плавленый тогда надо взять, да? Блин, ну 400 грамм это дофига. А поменьше что-то нет. Крабовые палочки, кстати, стоят столько же, 129. Ну и мясо, палочки. Майонез также стоит. Колбасу я не ем. Вот, карбонат надо взять тогда. Раз неизвестно, мы на автобусе или пешком. 150 грамм. Что? Надо выбрать зубную щетку. Вообще я пользуюсь вот такой сплат. Да? Тут как раз сейчас акция 160 рублей. Но я помню, что я еще покупала вот такую Рокс, да, 240. Она тоже классная. А, ну это средняя, мне нужна мягкая. Это все средняя. Медиум, это что у нас, тоже средняя? Да, тоже средняя, блин. А мне нужно мягкую найти. Так, вошли мы домой. Все. Хочу сразу вам показать, какие... А, ну вы видели уже, я их купила. Шлепки за 500 рублей в спортмастере. Так, я не пойму, тут они привязаны друг к другу. Но я уже тоже сказала, что это просто колоссальные маломерки. Я взяла 40-й размер. Хотя я ношу 37,5 или 38, вот так. Но шлепки 40-й, потому что... малявочные. В принципе, блин, за 500 рублей вообще великолепно. Даже больше, там у нас скидка была, они не обошлись в 455 рублей. А за 455 рублей вообще великолепно. Обычные. Сережа купили такого же плана, я имею в виду такой же фирмы. Только другие шлепки не через пальцы. И вот это через пальцы. Не через пальцы, если у меня тоже есть. Я же себе купила. Дальше мы же заходили в Чижик. Там я купила карбонат и кофе. Думала, что в Чижике акция 420 рублей кофе. А зашли в Магнит, там тоже акция. И, по-моему, даже просто за 400 рублей. Тоже Монарх. Ну ничего. Потом мы заходили в Ермилино. Ермилино. Боже, как оно называется. Так, Ермилино, да. Я взяла ряженку. Я ее не пробовала там. Как раз захотелось попробовать. Вот. Взяли отбивные. Две штуки взяли. Как раз сейчас своим пожарю.
две штуки отбивные и килограмм пельменей. Это Андрей тебе взял. Килограмм пельменей. Не, ну что, правильно, что, с ними ничего не случится. Они, как говорится, не испортятся. Еще мы там в Ермилино в это взяли пиццу мясную. Это я сейчас приготовлю. Еще обычную пиццу в Магните взяли. Вода. Теперь распаковка Магнит. Вода, чай. Вода. Чай, вода, чай, вода. Ой. Так, а вот это я не знаю, где мы взяли. Салфетки. Салфетки-то мы взяли в этом. В Чижике. Что-то они такие дешевые, что я не смогла мимо пройти. И как раз Серега взял себе воды, пролил на себя, на новую футболку голубую, прям красную воду. Как говорится, обновил футболочку. Так, вот, теперь он еще купил фреш-бар. Фреш-бар зелененький, потом мамба, мамба-юмба, винегретик. Винегретик. А, я знаете, что взяла? Не, ну это понятно, зубную щетку. Вот это моя самая любимая, Сплат. У меня сейчас такая же точь-точь, только розовенькая, взяла себе голубую. Дальше. Взяла попробовать вот такой йогурт на козьем молоке. Давно хотела попробовать. Ну вот как раз взяла. Так, что еще? А где? А, вот. И еще мне вот этот йогурт коломенский очень понравился. Классный йогурт. Тут как раз сейчас в Магните акция по 64 рубля. Взяла еще вот такой. Это черника с малиной манго. Это я себе взяла. Да, я знаю, что там в нем сахар, но я взяла. Дезик по акции 169. А, в холодильник его не надо. 169 рублей. Так, семечки, блин. Я надеюсь, когда мы поедем, я как раз там-то и отвыкну, да, от них. И все. И потом просто главное не начинать. Сливки. Чуть-чуть взяла сливок. 150 рублей килограмм. Сметана. Сметана. Фрутис. Шампунь Фрутис. По акции 229 или 223 рубля. Так, пакетик хороший. Яблочки Гала по 200 рублей. Еле вот таких 4 нашла. По 200 рублей все засохшие, все какие-то побитые, помятые. Боже мой. Пицца и пирожок или что-то тут. А, вот эта сосиска с кетчупом. Так, виола и лимон. И лимон. У нас лимон так долго лежал, что он вчера, Андрей такой: «Май, сделай мне чай с лимоном». Я начала смотреть, достала лимон, а он протух. Коротко о том, как часто мы едим лимоны, да? Так, все. А вот и все. Сейчас собралась. Иду в магазин. И куда? На Валберес. Серега там какие-то себе новые кнопки для этого. Господи, скажите. Где он там клацает-то? Короче, новые кнопки какие-то себе заказал. А у меня пришли две новые колоды карт. И свечки цветные еще. А что, свечки, они такие маленькие, вот цветные я имею в виду. Такие малявочные, не знаю, их хватает на 5 секунд ровно. Ну, не на 5 секунд, может, чуть больше. Так, что тут у нас? Капюшон весь помятый. Кстати, мне вот это платье нравится, очень комфортное, очень удобное. Я вот даже, если бы честно, себе бы еще какого-нибудь цвета купила. Может, еще заказать, пока не уехали. Зашла я домой, даже не сразу заметила. Оказывается, Андрей уже приехал, принес чемодан. Мы будем брать один чемодан, а дальше, я не знаю, сумки, пакеты и все остальное. Просто когда два чемодана в машине, это сложновато. Поэтому... Андрей сказал, вообще будет брать одну футболку и одни шорты. Вот я посмотрю. Я буду брать все, что я посчитаю нужным. Я тут нашла классный русский сериал
Даже не ожидала. Не знаю, тут написано вообще как-то «Сестры по магии», легендарные фильмы, мистическая мелодрама 24-го года. Я не знаю, какого она года, что чего. По-моему, не знаю, как она называется. Ну, там в комментариях есть название. Я вообще русские фильмы и сериалы вообще не очень. А этот мне так зашел. Такой прикольный, кстати. Так, картишки. В такой, знаете, черно-бело-красном, в красных тонах. Мне понравилось, что у нас тут. Ну, тут тоже что-то. И там что-то. А, тут цветные свечки и здесь что-то. А еще я заказала мешочек вот такой. А то у меня там один в картах там рвется упаковка. Заказала мешочек. И смотрю сериальчик. Так, сейчас тут немножко раскинули, да? Мы тут немножко раскинули. Тут препятствия есть, да? Враг. Враг, который... косит подруга, да? Они такие думают, что я не знаю, под какими никами они мне пишут. Ой, боже мой. Да я вас чувствую. Чувствую ваше вот это вот внутреннее дерьмецо. Вот прям, когда вы мне пишете, я знаю все ваши ники. Просто я уже забила на вас на всех. Господи, мне уже неинтересно. Можете дальше пыжиться. Интересные карты вообще. Я из-за этого их и взяла. Очень интересные, любопытные. И картинки здесь немножко так... отличается. Опа. Мечи. Маг. Что-то там шаманит. Вау, звезда. Нифига себе. Типа открыла, значит, звезда. Шут. Интересные карты. Такие. В стиле 60-х. Бандитские такие какие-то.